старт! Приготовились! Внимание, и марш! Первый побед! Поцарапался. Ты в порядке? В порядке, но рана кровоточит. Почему у меня кровь красная? Пойдем, узнаешь? Пошли! Оригинальная концепция коктейля. Адаптация Лоренса Диаса и Стефана Карра. Режиссер Жан-Люк Франсуа. Путешествие Адибу. Как устроен человек? Почему у меня красная кровь? В крови имеется красный краситель. Это гемоглобин. Такой, как клюквенный напиток? Почти такой. Сейчас мы внутри кости, где в основном и производится кровь. Как на заводе. Ай! Ай! Что это, робиток? Я понял. Это и есть молекула гемоглобина. В пюре из клюквы. Гемоглобин, Адибу. Гемоглобин. Видишь эти нити? Нас поймали сетью. Так гемоглобин улавливает кислород, которым ты дышишь. Оглянись. Эти шарики – пузырьки захваченного кислорода. А почему они двигаются? Гемоглобин сейчас находится в эритроцитах, которые разносят кислород по телу. А мы как пассажиры в автобусе. Робиток, как выбраться отсюда? Мы стали двигаться быстрее. Конечно, мы попали в артерию, словно автобус на скоростную магистраль. Кровь течет очень быстро. А куда она течет? К мышцам и тканям. Доставляет кислород. Стой на месте, я тебе помогу. Осторожней, эритроциты выделяют чистый кислород. О, кровь становится темнее. Когда мышцы использовали кислород, клетки выделяют двуокись углерода. Скажем, испорченный кислород. И поэтому кровь темнеет. Понятно. Скорее, Адибу! Мы приближаемся к легким. Сейчас все будет наоборот. Эритроциты выделят этот испорченный кислород. И наберут чистого кислорода. И тогда кровь снова станет ярко-красной. Биток, уже заканчиваю. Скорее! Сзади тебя огромный лейкоцит. Ты похож на микробу, и он тебя уничтожит. Да! Робиток, заводи двигатели. Давай! Я успел спасти тебя от разгневанного лейкоцита. Слышишь, сердце стучит. Мы приближаемся к сердцу и к легким. Нужно уйти, пока гемоглобин опять не набрал кислорода. И вернуться на Селесту! Незачем. Это не кровь и даже не красная. Бузи? Что ты сказал? Да. Ла-ла-ла, Адибу просильно. Оу! Оу! Теперь понял, Адибу, почему кровь красная? Кровь красная из-за эритроцитов. Клеток, содержащих красное вещество, гемоглобин. Они разносят кислород по всему телу. Пока! Пока!